Не затеряются в прошлом еще 3 иркутских дома. Все они находятся на улице Грязнова и недавно были занесены в реестр региональных памятников истории и культуры. А это значит, что теперь у владельцев этих зданий появились охранные обязательства, то есть собственники не смогут безнаказанно уничтожить строение или же бросить их на произвол судьбы без ремонта и реставрации. Речь идет про 3 известные иркутянам усадьбы – Метелева, Орлова и Кукса. Первый объект выглядит как доходный дом. Прежде на этом участке была усадьба, а во время большого пожара в 1879 году здание было утрачено. Позже его восстановили, пристроили одноэтажный флигель. После национализации усадьбу использовали как коммунально-жилищный трест, позднее под управление жилищного хозяйства. А вот 2 доходных дома Всеволода Орлова долгое время использовались по прямому назначению. Здесь находились меблированные комнаты. В 1909-м здание заняли под торговлю роялями. Здесь же их настраивали и ремонтировали. По нынешнему адресу Грязнова, 32, усадьба Кукса. В ней также размещался доходный дом, а также торговая лавка. Теперь все 3 усадьбы будут находиться под государственной охраной.